Всем привет! В эфире Insta News и дайджест интереснейших публикаций казахстанских селебрити в Instagram. В этом выпуске Аскар Узабаев, Канат Бисикеев и Адылжан Умаров. Вглядитесь в эти юные, пышущие подростковым почти румянцем лица. Разве это не вызывает умиления? Аскар Узабаев решил вспомнить, как все начиналось, и поделился наглядным примером, как именно. Узнаете прототип команды КВН «Казахи»? Канат Бисикеев анонсировал свой новый проект. Причем, если верить режиссеру, это один из очень серьезных фильмов, и работа над ним велась довольно долгое время. Нам уже не терпится узнать, что это за история Венского квартала, так что ждем официальной презентации. А вы уже посмотрели полную версию концерта «Гакудауса 2017»? Интересуется Адылжан Умаров. Нам, кстати, тоже интересно. Если не посмотрели, то обязательно сделайте это. Можете прямо сейчас, сразу после этого выпуска. Почти 5 часов живого звука, только самые лучшие звезды отечественной эстрады и очень яркие выступления. Все это на нашем официальном YouTube-канале «Гаку ТВ». Вы на встрече и не можете ответить на звонок? С помощью Galaxy S8 и S8 Plus отклоняйте входящие вызовы, используя предустановленные текстовые сообщения. Как воспользоваться этой функцией, вы можете узнать на официальной страничке компании в Instagram Samsung.kz. Чем еще удивят нас отечественные звезды, узнаем в следующем выпуске. Пусть ваш день будет удачным!